Ну и, может быть, не придется включиться с предположением, что матч закончится 0-0. Но пока дадим возможность футболистам сами решить, что же будет. Сазонов делает передачу на Паршевлюка. Паршевлюк стать, конечно, у Сазонова хороша. А вот это хорошо открывание Смолова. Решать нужно Смолов. Сейчас все по правилам. 1-0. Федор Смолов. Слушай, я даже начинаю себя бояться уже.